Если бы трудолюбие было человеком, то его образ в точности совпадал бы с образом героя нашего сюжета – Александром Савчуком, заведующим отделением микрохирургии глаза Брестской областной клинической больницы. Рабочий день его начинается рано, уже в 7:30, а часто и много раньше он на посту. Причина проста – он любит то, что делает. Ведь заниматься офтальмологией Александр Савчук начал еще в 1999 году и с тех пор не менял ни места работы, ни профессию. Порядка 4,5 лет был врачом экстренной офтальмологической помощи. Это очень большой опыт, потому что экстренная офтальмология, она непредсказуема. Дальше становление как врача-ординатора отделения, то есть много хирургии, много обучения, достаточно большое количество пациентов, так скажем, стажировка, повышение категории. Ну и со временем получилось так, что в 2016 году стал заведовать данным структурным отделением. Путь становления у Александра Савчука серьезный. Да и выполнять сложные операции с тем оборудованием, которое было 20 лет назад, считалось чем-то из разряда фантастики. Ведь таланта офтальмолога и его золотых рук не всегда достаточно для выздоровления пациента. Требуются и более реальные факторы. А потому оборудование в отделении постоянно обновляется. Профессионализм докторов и оснащенность самыми актуальными техническими решениями дает свои плоды. Здесь нужно отдать должное руководителю нашего, так скажем, учреждения, Карпицкому Александру Сергеевичу, который, являясь профессором, являясь человеком, который стремится к развитию именно хирургии, ну, я имею в виду свое направление, он это понимал. Поэтому мы находили любые моменты для того, чтобы находить оборудование, внедрять его, внедрять эти новые технологии. Ну и, в общем-то, с 2006 года мы не остановились. У нас постоянно обновляется определенное именно оборудование. У нас практически весь набор оборудования для оказания высокотехнологичной помощи, он присутствует. Современное оборудование и отличный руководитель, преданный своему делу. Две составляющие, которые ведут к успеху. И здесь невольно вспоминаешь известную пословицу: «Как корабль назовешь, так он и поплывет», которая с легкостью трансформируется. Какой руководитель, такое и отделение. Хороший пример есть, и мы тоже тянемся все, как вы говорите, паровозиком за ним. А приходит он действительно на работу в 7:30, он уже здесь однозначно. Он всегда контролирует, кто как приходит, с каким настроением, всегда вникает в ситуацию каждого человека. И, в принципе, вот к 8 часам уже все более или менее ровные, и все готовы работать уже на полную катушку. А работать на полную катушку врачам в этом отделении приходится часто. Здесь 24/7 оказывается экстренная офтальмологическая помощь. Лечат такие серьезные заболевания, как катаракта, глаукома, отслоение сетчатки и многие другие. Рейса Шпинь обратилась в отделение микрохирургии глаза с серьезной проблемой – кровоизлияние в левый глаз. Помогли, спасли. У меня это уже четвертое. Я в этом году, это было в 19-м, еще раньше, это четвертое. Я даже в 10-й клинике в Минске лечилась. Мне сделали операцию такую лазером. Подозрение было на отслоение сетчатки. Но ее не было отслоения, а было по кровоизлиянию тоже. Убрали, все хорошо. Сказали через 4 месяца приехать, провериться. Но у меня произошло раньше. Я не успела даже этих 4 месяца. Надо было 13 ноября приехать в клинику туда. Вот. Ну, я попала сюда. Здесь замечательные врачи. Мне поправили зрение. Вот я завтра буду выписываться. Я очень рада. Вот. Глаз видит. Все хорошо. «Доктор, я вижу», – говорят многие пациенты Александра Савчука и его коллег. Это простые слова, но как они важны для человека, глаза которого погрузились во тьму. И следуя главному правилу – предоставлять пациентам самое лучшее, что есть в современной офтальмологии, врачи отделения микрохирургии глаза Брестской областной клинической больницы помогут, направят, подскажут. Их мастерство дает пациентам совершенно новое качество жизни, а все потому, что их стиль жизни – стремление к совершенству.